Так, в кадр мне попал сейчас Pink Parasol Surprise. Если честно, ничего такого особенного я от сорта не ждала. Ну, честно, не думала, что... Ну, не думала, что он так понравится. Это такая очаровашка. Вот этот вот шарик у него прямо шарик. Они прям кругленькие-кругленькие. Да такие очаровашки. Может быть, из-за того, что он сидит в паре у меня с Саномой Эда, Йода... Он тут просто, они так сочетаются, такая нежная, нежная летучка. Вот с таким вот хохолочком, у нас тут есть хохолок один, и рядышком сидит Санома Еда, ну просто вообще, конечно, космос, ребятки. Вот они.